Блокчейн и криптовалюта все больше интересуют людей. Согласно статистике Google, такие слова, как биткоин, эфириум, блокчейн и их производные являются одними из самых часто используемых поисковых слов в российском интернет-пространстве. Количество поисковых запросов биткоин дошло до 220%. Объем запросов в Гугле по слову «майнинг» увеличился на 560%. Наибольшее количество поисковых запросов зарегистрировано в Хабаровске, самой дальней восточной части страны. Популярность слов «блокчейн», «биткоин» и всего, что с ними связано, выросла после последних решений правительства относительно блокчейна.